концертном зале областной филармонии города Кирова литературный вечер. Герой Советского Союза Карпов, которого многие знают по телевизионным передачам «Полевая почта подвига», возглавляет делегацию приехавших сюда писателей. Около 40 литераторов Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии и других союзных республик стали гостями кировчан. Оживленно проходили встречи. Люди творческого труда всегда интересны друг другу. Первый секретарь обкома партии Иван Петрович Беспалов рассказал гостям о достижениях трудящихся Кировской области, а также о проблемах, которые они повседневно решают.